Наш эфир продолжается, как я и обещала. Сегодня мы будем поднимать темы, которые уже поднимались в эфире Русского радио, но при этом эта тема довольно актуальна, и говорить о них нужно и можно очень много. Тем более, что эти темы, я уверена, поднимаются в каждом дворе, но если не ежедневно, то раз в неделю точно. Поговорим сегодня снова о капитальном ремонте, запланированном капитальном ремонте многоквартирных домов. Я с большим удовольствием представляю первую гостью по этой теме, заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ставропольского края Ольгу Силикову. Ольга Александровна, добрый день. Добрый день. Я понимаю, какой тяжелый у вас труд и сколько наверняка на вас сыпется вопросов каждый день, потому что это действительно ЖКХ, это такая тема. Не мне вам рассказывать, как говорится. И эта тема очень серьезная тоже. Мы ее поднимали уже, но я думаю, что не лишне будет людям напомнить, почему, к примеру, вот самый главный вопрос установлен именно такой размер взноса. И, собственно, это два вот основных, мне кажется. И когда все начнется? Да, действительно, введена новая система проведения капитального ремонта многоквартирных домов. И каждый субъект определялся самостоятельно с началом уплаты нашими жителями этого взноса. В Ставропольском крае первый платеж придется на начало декабря, за ноябрь месяц. То есть тебя обязанность платить за капитальный ремонт у нас возникает с 1 ноября. Ну и как правильно, нам платежка приходит за месяц прошедший. В первых числах декабря мы получим платежные документы. В крае установлен размер 7 рублей 60 копеек с 1 квадратного метра, стоимость капитального ремонта. Действительно, жители очень много обращений, задают вопрос, почему 7,60, когда в других субъектах иной размер установлен минимального взноса. Значит, эта величина рассчитывалась, и она обусловлена тем, что нам необходимо за 30 лет привести в порядок 9433 многоквартирных дома. И собирая меньше, мы просто не сможем выполнить тот ремонт, который необходимо выполнить в домах. Поэтому эта цифра была рассчитана, исходя из состояния технического наших домов, их количества, их конструктивов, и она соответствует тем рекомендациям, которые утверждены на федеральном уровне. Я так понимаю, для многих жителей, как вы уже сказали, они оценят, да, вот что началось, так скажем, в декабре, а на самом деле работа велась уже давно, потому что, вот как мы уже обсуждали в нашей предыдущей программе, это просто громадный пласт работы был проделан, чтобы оценить, да, какие дома нужно, в каком порядке нужно их ремонтировать. И вот у меня такой вопрос, он может кому-то показаться странным, но это серьезный вопрос. Какие дома относятся к многоквартирным домам? Многоквартирным домам в соответствии с федеральным постановлением правительства номер 47 правительства Российской Федерации. Многоквартирным считается дом, в котором находится две и более квартиры, имеющие самостоятельный выход на земельный участок. Поэтому, начиная от двух квартир и выше, все отнесено к многоквартирным домам. Мы провели полную инвентаризацию жилья в крае, и в программу капитального ремонта не попали дома, имеющие износ свыше 70%. И закон нам позволял не включать дома, в которых две квартиры только. Все, что свыше, значит, включено. То есть, начиная с трех квартир, дома, имеющие износ ниже 70%, включены в программу. Когда проводилась эта оценка, это уже вот у меня вопрос лично от меня. Насколько вот тягостная была картина, требуется какой-то огромный, вот работы будут огромные, мне просто, чтобы понять, очень все плохо, долго не ремонтировалось, не знаю, все сыпется. Действительно, серьезная ситуация. Ну, действительно, наше жилье планово давно не ремонтировалось. Ну, как давно? С 2008 года в рамках 185-го федерального закона начался капитальный ремонт. И мы смогли отремонтировать 16% многоквартирных домов, которые нуждаются в этом. То есть масштабы ремонта – это 84% домов, которые должны быть отремонтированы. Более того, я обращаю внимание, что это не разовая акция. Вот провели раз в 30 лет и все. То есть это будет организация системы капитального ремонта. Проведя ремонт, мы будем должны накапливать на следующий период межремонтный с тем, чтобы постоянно содержать свое жилье в исправном состоянии и не допускать его аварийности. Мы уже говорили об этом в прошлой программе. Возможно, когда появится эта строчка в платежке, люди начнут более трепетно относиться к своим домам, потому что, к сожалению, когда мы думаем, что это не наше личное, а общее, общественное, то можно там уж и мусор выбросить на лестничные площадки, и какие-то
какие-то там углы оббивать и так далее. Ну вот, возможно, действительно, в будущем нам придется чуточку иначе на эти вещи смотреть. Следующий вопрос, вытекающий из предыдущей мысли, собственно говоря. Люди, у которых недавно отремонтированы дома, либо это новые дома, они тоже будут платить? Они тоже будут, у них тоже появится эта строка? Абсолютно. Во всех многоквартирных домах будет введен данный платеж. Речь идет о том, что в новых домах они, соответственно, и в ремонт в программе попали в дальний период, скажем так. И к этому времени жители, уплачивая этот взнос, будут накапливать денежные средства с тем, чтобы когда подойдет плановый период проведения ремонта, у них было достаточно средств на проведение ремонта того либо иного конструктива. То есть никто не освобождается абсолютно. Опять же, как мы уже шутили в предыдущей программе, новый дом не значит еще пока не требующий ремонта, к сожалению. Такое у нас сейчас случается. Два варианта, я знаю, есть накапливать эти деньги, да, мы о них тоже уже говорили. Я знаю, что должно это быть общее решение, то есть жильцы многоквартирных домов должны собраться и коллегиально решить, каким образом эти деньги собирать. Расскажите, вот, я, кстати, этот вопрос нам задавали неоднократно, старшие домов, каким образом эти собрания лучше провести, ну, такой, может быть, такой практический совет дайте, что там обсуждать, как, что говорить? Ну, да, действительно, с 1 июня наступил период, когда жители в течение 3 месяца, то есть июнь, июль и август, должны организовать проведение общих собраний. При этом к проведению общих собраний предъявляется требование, что в них должны принять участие не менее 2/3 голосов в этом доме. Тогда будет считаться решение собрания легитимным. Вот эти 2/3 голосов должны проголосовать за тот либо иной способ накопления. Если до 1 августа мы самостоятельно не соберемся на общее собрание, обязанность органов местного самоуправления, то есть администрации территориальных, оказать содействие в организации проведения общих собраний. То есть раскрыть объявление, созвать население, может быть, дать какие-то комментарии на те вопросы, которые остались непонятными. И в течение августа вот, оказать содействие собственников проведения таких собраний. Если же все-таки не соберемся на собрании, не примем решение законного, то 1 сентября органы местного самоуправления обязаны будут принять решение самостоятельно за нас с вами, тех жителей, которые не придем на собрание. И это решение станет способ накопления денег на счете фонда капитального ремонта для жителей. Поэтому очень важно для себя определиться, как мы хотим формировать фонд, чтобы потом это было решение наше, правильно принятое. Но хочу сказать, что единый, что выбранный способ, он не навсегда, закон позволяет нам изменять, потому что на самом деле это дело новое, и мы можем ошибиться, допустим, выбрав спецсчет и понимая потом, что не можем справиться, необходимо будет снова собраться на собрание, 2/3 голосов, принять решение и уйти к региональному оператору. А со специального счета к регоператору уйти за 1 месяц можно. Даже если мы не собрались и не приняли решение, попали к региональному оператору, аналогично проведением еще собрания, можем поменять способ сбора этих денег. Но тут нюанс, 2 года пройдет для того, чтобы уйти на самостоятельное накопление денежных средств. Поэтому для тех жителей, которые хотят самостоятельно управлять жильем, для тех жителей, которые активны, понимают, что делать, конечно, надо собраться на собрание и принять решение взвешенное. Спасибо большое. Мы эту тему, кстати, не закрываем, ее продолжим очень скоро. В нашей студии появится еще один гость. Ну, а я хочу сказать большое спасибо заместителю министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ставропольского края Ольге Селюковой. Спасибо большое, удачи и хорошего Всего вам доброго. Дня. Наш эфир продолжается, друзья, не переключайтесь. Наш эфир продолжается. Я представляю вам следующего гостя. Говорим на ту же тему. Кстати говоря, напомню, капитальный ремонт многоквартирных домов. Следующий мой гость – первый заместитель генерального директора некоммерческой организации Ставропольского края фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Наконец-то я это выучила. Олег Михайлович Ананников. Олег Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Сложное название. Еще более сложные цели стоят, собственно, перед вашим фондом. Мы сейчас за эфиром общались. И мне нравится, во-первых, ваша улыбка –
во-вторых, ваш настрой, а в-третьих, цель, в принципе, ну, помимо, конечно, того, чтобы отремонтировать, это сделать так, чтобы, наконец-таки, к сфере ЖКХ стали относиться иначе. Ну да, и шутки, шуток много, и анекдотов, и отношение такое достаточно сложное, а цель благая, да, отремонтировать дома очень сложно, кстати говоря, мне кажется, есть дома, ну, просто в ужасном состоянии. Первый мой вопрос к вам, скажите, пожалуйста, вот конкретный жилец конкретного дома, куда должен заглянуть и каким образом узнать, когда, там, в какой последовательности будут ремонтировать конкретный дом? Как это можно узнать? Это очень легко узнать. Я хотел бы, чтобы все слушатели вашего радио сейчас записали адрес нашего сайта. Региональная программа, на самом деле, опубликована в разных источниках, и на сайте министерства, правительства. Ну, и мы всем рекомендуем в первую очередь обращаться на наш сайт, сайт фонда капитального ремонта fkr26.ru маленькими латинскими буквами. На этом сайте вы увидите раздел «Региональная программа». В этом разделе вы спокойно забиваете свой адрес и получаете полный расклад по годам, в каком году в вашем доме какие виды работ будут осуществлены. При этом я обращаю внимание всех собственников, законодательством очень серьезное отношение к этой региональной программе и к этим срокам. То есть это не то, как было раньше в былые годы, когда говорилось, что обещали, а так ремонта и не сделали. Запрещено вот эти сроки, которые указаны, отодвигать на более поздний срок. Никто, ни один чиновник, никаким постановлением этот срок отодвинуть на более поздний срок не имеет права. Единственное, как можно сроки сдвинуть на более поздний, это протокол общего собрания собственников жителей. Угу. Ничего другого. Поэтому вот так собственникам я рекомендую в первую очередь понимать, что и когда на их доме будет происходить. Ну, вообще, захотите контролировать процесс. То есть, смотрите, поскольку все так переживают, да, деньги будут с декабря уже, с ноября, да, ну, в декабре придет эта самая первая платежка с новой суммой, мы будем выплачивать, и вот нужно контролировать регулярно. Скажите, понятно, позже нельзя, а раньше могут как-то, я не знаю, повлиять жильцы, обратиться, не знаю, куда-то сказать, ну все, рушится там, на голову падает, давайте мы напряжемся. Конечно, есть ситуации разные. На каждом доме отдельная ситуация, и бывают такие случаи, когда дата, которая стоит в программе капитального ремонта, не очень удовлетворяет жителей, им нужно, ну, например, там кровля стоит там на 30 какой-нибудь год, а нужно сделать гораздо раньше. Существует несколько механизмов, как можно скорректировать эту дату под нужды конкретного дома. Значит, давайте отдельно я вам в двух-трех словах расскажу. Это в случае, если дом находится в так называемом общем котле, то есть на счете регионального оператора, если он на спецсчете. Значит, если дом находится, собирая денежные средства, на счете регионального оператора в общем котле, у него два способа, как изменить дату капитального ремонта. Первый способ — это они могут посмотреть по той же самой программе, есть ли какие-нибудь другие виды работ сроком ранее. Например, кровля на 30-й год, а на 17-й год у них стоит фасад, к примеру. Вот. И если собственники понимают, что фасад, ну, не так сильно горит, как, например, кровля, и считают допустимым заменить эти виды работ, то у собственников есть возможность эти виды работ менять. В рамках, конечно, того объема финансирования, который выделялся там на 17-й год на этот фасад. Если там, конечно же, будет разница, нужно будет решить вопрос по дополнительным, по источникам финансирования вот этой возникающей разницы. Но, в любом случае, собственники, если видят какой-то вид работ ранее и видят, возможно, произвести замену, у них такая возможность будет. Это первая возможность. Вторая возможность, ну, предположим, либо они не могут ничем пожертвовать, да, например, там стоят инженерные сети, которые еще в худшем состоянии, например, чем кровля, либо просто-напросто нет никаких других работ на более ранний срок, не на что менять. Что же в таком случае собственникам делать? Для таких случаев у собственников есть возможность зачета выполненных работ. Объясняю, что это такое. Значит, ну, к примеру, они хотят сделать кровлю, например, в 17-м году. Они могут посчитать, сколько стоит эта кровля, и дополнительно поверх вот этих 7 рублей 60 копеек собрать за тот период времени, который удобен для собственников, необходимую сумму денежных средств. На эту сумму денежных средств, дополнительно собранную, выполнить внепланово этот ремонт, например, кровли. И как только эти работы будут выполнены и сумма будет оплачена подрядной организацией, они приносят в фонд капитального ремонта эти документы, и фонд капитального ремонта им зачитывает стоимость этих работ в последующих платежах. Говорю более простым языком. Некоторый период времени, пока эту сумму, они не будут платить вообще. То есть это, чтобы, знаете, когда вот я говорю собственникам про то, что вам нужно просто собрать дополнительно эту сумму, все сразу начинают несколько иронично улыбаться, что типа, ага, вот опять дополнительно. Я вот хочу, чтобы все собственники понимали, речь идет о том, что они просто, знаете, как говорится, подтянуть пояса на некоторое время, а потом, потом следующий период времени ты не будешь платить вообще, хотя все твои соседи там в других домах, они будут платить продолжать по 7,60. Поэтому вот благодаря вот этому механизму можно
можно произвести любой вид работ в любое удобное для собственника время. Uh-huh. Это что касается механизмов, которые есть на счете регионального оператора в общем котле. Ну а в спецсчет там все очень просто. Точно так же, если этот срок не устраивает, то точно так же собрали больше, определили сумму взноса больше сами для себя, для своего дома, и собрали денежные средства больше. Получается, что жильцы этих самых многоквартирных домов могут каким-то образом влиять, регулировать. Это не такое решение, что все, вот давайте свои 7,60 с квадратного метра, сидите, помалкивайте, мы соберем эти деньги, что хотим, вам то и отремонтируем. Вопрос не такой, надо быть активнее. Конечно. Если вы... То есть программа, каким образом вообще вся эта работает, система капитального ремонта, она работает так. То есть если дом абсолютно пассивен, то есть ну вот ему ничего не надо, собственники все заняты на своих основных местах работы, ни у кого нет времени заниматься проблемами дома, вот тогда для них работает программа минимум, это 7,60 и вот те сроки, которые там указаны. Но если есть активисты, которые там готовы что-то делать, готовы там какие-то процессы, есть желание влиять на ситуацию, то механизмы такие, конечно же, закон предоставляет нашим собственникам. Хочется мне сейчас обратиться ко всем слушателям Русского радио и призвать вот к чему. Давайте временно возьмем перемирие, не будем ругать сотрудников ЖКХ и уж тем более фонда капитального ремонта, и попробуем поработать вместе. Я так понимаю, задача такова? Абсолютно правильно. Сейчас, да, давайте... Просят по 7,60. Давайте пока поработаем вместе. Правильно? Конечно. Я очень благодарю вас за такой подход. Я уверен, что у нас искреннее желание сделать хорошо. И я уверен, что если мы будем работать вместе, будем сообща, то у нас все получится. Надо постараться. Спасибо вам большое. Напомню, один из гостей сегодня в нашей студии, в студии Русского радио, первый заместитель генерального директора некоммерческой организации Ставропольского края, фонд капитального ремонта общего имущества многоквартир домов Олег Ананников. Олег Михайлович, большое спасибо. Наш эфир, друзья, завершается. Я, во-первых, хочу высказать такое пожелание. Вот у нас сегодня много полезной информации прозвучало. Пожалуйста, переварите ее, да. Если какие-то вопросы остались, можете смело у нас в нашей группе ВКонтакте снова задавать свои вопросы. Все вопросы, куда следует, адресуем. Опять же, по традиции напомню, что вы также можете подсказывать нам, каких гостей мы можем приглашать в студию. Ну, еще одно напоминание, друзья. Телеверсию сегодняшнего эфира вы сможете посмотреть уже завтра в 19:30 на телеканале АТВ. Я с вами прощаюсь, желаю удачи, хорошего настроения, до скорой встречи в эфире. Пока-пока.